приветствую вас, друзья. Решила записать вам влог из магазина. Это полка, на которой стоит туалетная бумага. Как видите, сейчас ее нет. Среди биороботов почему-то очень важна туалетная бумага, потому что они кушают, сами понимаете, что. Вот осталось пару, правда, бумажных полотенец. Может быть, для их попки это слишком жестко, поэтому они не взяли. Так, конечно, полки пустые. Многие полки пустые. Что-то, конечно, есть. Даже вот раскупают масло. Вот особенно я заметила воду. Я несколько дней назад пыталась купить воду и не смогла найти. Вот. Самое худшее, это, конечно, если не будет воды. Вы знаете, на самом деле это такой прекрасный шанс попробовать поголодать, например, это время. Вот это так на самом деле интересно. Посмотрите, вот за мной пустые холодильники. И на самом деле, а вот это полки с молочными продуктами были. Посмотрите, все свери. Мне очень интересно, есть ли соевое молоко. В принципе, в этом магазине достаточно продуктов. Я сейчас в штате Техас, здесь еще, в общем-то, нет никакой паники, ничего не закрыто. Но вот меня радует, что люди о своих животных позаботились и скупили. Просто если бы вы когда-то были в США и знали бы, насколько у них ломятся обычно полки от всего. Просто такое изобилие. А сейчас, ну вот вы сами видите, все такое опустевшее. Хотя на самом деле я бы так не сказала. Потому что этот магазин, он достаточно заполнен. То, что вчера я увидела, я была удивлена, потому что на самом деле было мало продуктов. И люди все скупали, как сумасшедшие. А ведь есть такой шанс просто провести биохакинг, посмотреть, почистить свой организм, покушать овощи, фрукты, перестать есть мясо и так далее. Вот об этом стоит задуматься. Нянечки, все раскупили, слушайте, все раскупили. Ай-яй-яй. Вы посмотрите. Оголодали, бедненькие, несчастненькие. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Таня записать, посмотрите, действительно пустые. Извините, пустые холодильники. Люди подумали, что им просто не грозит. Скорее всего, вообще поесть в ближайшее время. Бедненькие. Блин, а если они потеряют 10 килограмм своего жира, это что ж будет, а? 10 килограмм своего жира потеряют. И что? Что будет, а? Вы посмотрите. Вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 10 килограмм жира. А может 15? Пустые ж полки, бедные. Многие задают вопросы, спрашивают, что будет дальше. Это квантовая многовариантность событий. В какой-то, скажем так, вселенной случится крах, в какой-то нет. Все зависит только от вас, от ваших мыслей. Вот чему вы позволите в себе прорасти. Если вы будете беспокоиться, если вы будете считать, что с вами что-то случится, однозначно так оно и будет. Вы сами творец своей реальности, вы сами должны понимать, что случится в вашей жизни, контролировать. Вы заметили, да, пиар, то, что многие знаменитости якобы болеют коронавирусом. Это все хайп. Это все для того, чтобы навести на вас страх, для того, чтобы вы поняли, что болеют все, не только, как вначале говорили, пожилые люди, у которых ослаблен иммунитет и повышенная внушаемость. Поверьте просто мне. Это все на самом деле неправда. И эти знаменитости, которые поддерживают это, получают огромные деньги, а вы сидите и переживаете, а зря. Поэтому расстраивайте свою квантовую вселенную своим вниманием. Не поддавайтесь на всеобщий, скажем так, хаос и панику. Все зависит только от вас, от вашего намерения. Вы творец своей реальности. Но если вы позволите творить реальность другим, то не жалуйтесь.